Приветствую всех. Сейчас хочу поговорить с вами, рассказать, да, подробно описать маркетинг-план компании BigSup. Итак, не будем ни на чем останавливаться, задерживаться, максимально кратко и быстро. Поехали. Значит, первый основной вид заработка компании BigSup – это матрица. Матрица выполнена в тринарном варианте. Соответственно, здесь 3 человека. И здесь, да, во второй линии 9 человек. Со второй линии по матрице 100%. На примере первого пула вход в матрицу первого пула составляет 0.003, а выход составляет 0.024. Давайте с вами посчитаем. Во второй линии у нас 9 человек. Умножаем на 0.003, получаем 0.027 минус. Когда в вашу попадает последний человек, да, 9-й, вот сюда, ну, 12-й, 9-й, вы совершаете автореинвест, который стоит 0.003. Соответственно, мы вычитаем 0.003 и получаем 0.24. Наш выход по матрице. Надеюсь, здесь все понятно всем. Сейчас расскажу вам про автореинвест, да, это та классная штука, которая всем очень нравится, которая, как по технологии, да, позволяет вам закрыть пул, пригласив всего активного человека. Например, вот вы пригласили одного активного человека, он оказался супер-сверхактивным, он просто закрывает все быстрее вас. И давайте примерно представим, вот он пригласил первых 3 человек в свою первую линию, да, вот эти 3 человека попали к вам во вторую, вы получили с них вознаграждение по матрице. Человек приглашает дальше, он работает, закрывает свой первый пул. И что мы видим? Он попадает к вам, делает первый реинвест опять к вам в структуру. Соответственно, он продолжает работать, он приглашает снова. Да, вы получаете с его первой линии, он закрывает первый пул снова и попадает к вам на 3 место пула. Это уникальная система реинвестов, которая позволяет, да, пригласив одного человека, закрыть матрицу. Но представьте, если вы пригласили не одного такого активного человека, а много, к примеру, 10, 15, 20. Да, представьте, что если все они будут работать, у вас будут происходить реинвесты, к вам снова будут попадать эти люди, закрывать, вы снова будете реинвестироваться. Очень важный момент. Вот этот человек, когда сделает 3-й свой реинвест, он сделает его в первое свободное место на 2 листа в своей структуре туда-назад. Грубо говоря, он пойдет в помощь новичкам, в помощь пассивным, да, кто не работает по каким-то причинам. Он попадет в первое свободное пустующееся место сверху вниз, слева направо. Но когда он закроет свой пул там, он снова вернется под вновь открывшуюся вашу свободную матрицу в ваше первое свободное место. Возможно, может быть и не в первую линию, он может попасть к вам во вторую линию. Все зависит от первого свободного места именно в вашей матрице, вашего пула. В общем-то, так работают реинвесты. Надеюсь, здесь я никого не запутал, всем все понятно. Переходим дальше. Вход в пул, да, состоит из пакета. И из чего состоит этот пакет, я вам сейчас расскажу. Значит, он состоит из линейного маркетинга и матричного, то есть линейный плюс матричный. На примере первого пула рассмотрим линейный вход 0.01, вход матричный 0.03, итого 0.04. Давайте посмотрим, как это выглядит в системе. Вы оплатились за 0.004. Да, крестик это вы. Вы получили место в матрице и получили место в линейном маркетинге. Итак, посмотрим, что происходит дальше. Вы приглашаете первого человека, он попадает к вам в первое место свободное. Соответственно, по матрице вы ничего с него не получаете, но он попадает к вам в линейный маркетинг. И тут вы сразу же, как только он оплатился, сразу же получаете вознаграждение в 0.01 БТЦ. Вы приглашаете второго человека, приглашаете третьего человека. Что происходит, когда вы приглашаете четвертого? Вы приглашаете четвертого человека, да, давайте тут их отобразим. Тоже с этого получили. Вот попал четвертый человек, вы его пригласили. Снова получаете с него по линейке и получаете с него по матрице. 0.03, соответственно, полностью все 100% пакета уходит вам.
И, соответственно, как вы видели, да, в денежной таблице, которую вы видели, выход показан 0.024. Я уже объяснял, да, что здесь не учтен линейный доход. Соответственно, это только вторая линия вашего первого, ну, там, первого пула, да. Соответственно, к этой цифре вы прибавляете столько человек, сколько вы пригласили на первый пул. Вот, например, пригласите вы 12 лично приглашенных, у вас будет в первом пуле, смело прибавляйте себе вот такую циферку, и, соответственно, выход с первого пула у вас уже будет равен вот такой вот сумме. Неплохо, правда? Это касается активных партнеров, да, те, кто не собираются сидеть на месте, ждать перелива пассива, или что спонсор за них что-то заработает, те, кто будут активно работать, будут вознаграждены очень и очень здорово. Переходим дальше. Третий вид заработка в компании BigSup – это майнинг по технологии POS. Предположим, да, что вы все видели, все смотрели презентацию компании. Начиная с третьего пула, 10% отчисляется именно в майнинг пул. У вас появляется кошелек, на который закупаются монеты, и по технологии постмайнинг вы получаете прибыль. Давайте представим, что у вас здесь есть 100 монет. Соответственно, эти 100 монет, они как бы все, навсегда лежат на этом аккаунте, и вы получаете примерно в среднем 10%, да, с каждого, ну, каждый месяц. То есть 10% в месяц этих 100 ваши. Но не все, не полностью и не целиком. Соответственно, 40% этих денег уходит на распределение. На 5 уровней в глубину. Как это выглядит? Сделано это для того, чтобы ваш майнинг, соответственно, приносил вам большую прибыль, чем вот эти вот 10%, которые вы получаете просто с майнинга. Соответственно, у вас есть первая линия ваших приглашенных. Их может быть сколько угодно. Столько, сколько вы пригласили, столько, сколько закрыли третий пул, начиная, точнее, от третьего пула, да, они все попадают в, далее в майнинг. И с намайненного от этих человек, да, ну, у них может быть у всех разная сумма, кто-то больше раз закрыл тарифов каких-то, да, вы получаете 5%. Это вот из этих 40, 5% вы получаете сюда. А есть вторая линия, третья, четвертая и пятая. Я не буду рисовать их кружочками, я нарисую их вот таким образом. Получается у нас вот эта вторая линия, это тех, кто пригласили партнеры. А первого уровня третья. Третий уровень, четвертый уровень и пятый уровень. А со второго и третьего уровня вы также получаете по 5% с намайненного от каждого человека, кто находится у вас на этом уровне. Самое интересное начинается с четвертого и пятого, потому что на четвертом уровне вы уже получаете не 5%, а 10%. А на пятом уровне вы получаете 15% от намайненного каждым человеком. Представьте, да, сколько здесь будет человек в вашей пятой линии, если вы поработаете, ну, хотя бы год. Это несметное количество человек. И с каждого получить по 15% от намайненного, это было бы здорово. Можете прикинуть, представьте просто, что у каждого человека здесь есть примерно по 100 монет. Представьте, что каждый ваш лично приглашенный в дальнейшем пригласил хотя бы по 2. И примерно посчитайте, сколько человек у вас будет в пятом поколении, да. То есть, ну, все это поддается расчетам, можете примерно сами прикинуть. Но моя задача рассказать вам, как именно работает технология. Надеюсь, здесь все понятно. Переходим дальше. К четвертому виду заработка в компании BigSup – это ранги. Все, кто уже являются партнерами, а все, кто еще не являются, ну, должны обязательно знать, что компания BigSup свой главный админский аккаунт не забирает с него все деньги себе, да, а распределяет их на 30% этих на развитие, оплату работоспособности сайта, то есть на плату программистам, техподдержки, на дальнейшее развитие, грубо говоря, на разработки и так далее. Остается 70%. Что компания делает с этими 70%? 60% уходит на распределение рангов, 10% уходит на приложение. И 10% от, в общем-то, от 100% заработанных компанией за месяц, да, будет получать, будет распределяться между каждым партнером, кто скачает себе это приложение и будет, ну, им пользоваться, потому что им будет удобно пользоваться в компании BigSup, да. Соответственно, переходим именно к рангам. Ранги – это 60%. Давайте возьмем их за 100, чтобы было удобно считать. И у нас есть 7 рангов. Есть первый ранг, есть второй ранг, есть третий, четвертый,
пятый, шестой и самый классный седьмой ранг. Соответственно, чтобы получить ранг, вам нужно закрыть пул. Например, для того, чтобы получить первый ранг, да, вам нужно закрыть один раз всего лишь первый пул, и вы станете участником распределения 5% прибыли вот от этих 100. 5% прибыли между всеми участниками, кто попал на первый ранг. Второе. 8%. Когда вы закрываете, получаете второй ранг, вы получаете, попадаете в распределение 8% прибыли между всеми партнерами, кто состоит в статусе второго ранга. Ну и давайте дальше. 10%, 12%, 15%. Ну и самые классные – это 20% и 30%. Шестой, седьмой, это, конечно, вообще супер просто. Ну и посчитайте теперь сами, да. Например, вы сейчас компания только начинает свою работу, да, она не отработала еще и месяца. Совсем скоро мы станем участниками, свидетелями, да, первого распределения рангов в компании Big Sub. А теперь представьте такой момент. Допустим, вы первый человек, который попали на шестой ранг, а месяц вот-вот заканчивается, и вы получите 20% прибыли компании один, так как вы находитесь, всего лишь один человек находится на шестом ранге, все 20% отправятся ему. Это здорово, это очень классно, да, это будет мотивировать наших партнеров продвигаться по рангам. Вот, также хотелось бы сказать, что есть еще быстрый старт. Если в течение месяца вы получили сразу и первый, и второй, и третий ранг, вы получаете сразу за все три ранга. То есть вы участвуете в распределении первого, второго и третьего. В дальнейшем такого как бы не будет. То есть если вы получаете второй ранг, вы уходите с первого, и вы уже не участвуете в распределении денежных средств партнеров первого ранга, только участвуете во второго. Ну, это, к примеру, да, вы там стали на четвертый, его закрыли, перешли на пятый, и четвертый, все, вы больше не получаете распределение 12%, вы получаете распределение 15%. Надеюсь, здесь тоже всем все понятно. Ну и переходим дальше. Последний вид заработка – это видеостудия, да, которая видеофотосессии, в общем, продукт компании, который вы можете продать любому человеку и получить из-за него от 10 до 20% да, от стоимости данной услуги, которую окажет компания Big Sub. Уже есть такой человек, который заинтересовался услугой, в скором времени он приедет, воспользуется студией, запишет профессиональное видео, вот, и все вы сможете посмотреть, увидеть его, в общем-то, продукт компании Big Sub, который она предлагает на данный момент. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всем большое спасибо. Увидимся, до новых встреч, пока.